прибыли на нашу прекрасную Тамбовскую землю. Спасибо большое, такая красота. Спасибо. Одна из тем разговора – работа Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Его задача – создать в стране систему слаженного взаимодействия общественных организаций, добровольцев, правоохранительных органов, медицинских и социальных учреждений в помощи детям. Особо отметила директор Лиги безопасного интернета работу Тамбовского отделения. Много занимается и по гуманитарной помощи, по социальной помощи, многодетным, беженцам. Вот такие достаточно активные ребята сегодня у нас будут помогать, они на встрече. И Денис еще большой наш помощник в поиске запрещенной информации, запрещенного контента. В ближайшее время планируется подписать соглашение о сотрудничестве правительства Тамбовской области с Национальным центром помощи. Кроме того, Максим Егоров и Екатерина Мизулина поговорили о распространении населением фото и видеоматериалов с БПЛА. Сейчас рассматривается вопрос о запрете съемки летающих беспилотников, работы систем ПВО и последствий атак.